Ульяновские полицейские задержали подозреваемого в хищении золотых украшений. Инцидент произошел вечером 10 января. В магазин на улице Дворцовой вошел неизвестный в маске, который начал молотком разбивать витрины прилавка, собирая драгоценности в сумку. Злоумышленнику удалось вынести из магазина золотых изделий на сумму в 600 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 14 на 15 января сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району города Ульяновского совместно с коллегами из управления уголовного розыска ОМВД России по Ульяновской области предполагаемый злоумышленник был задержан. Им оказался 39-летний ульяновец. У него изъяли револьвер, 4 патрона к нему, а также часть похищенных ювелирных изделий. Зашел с молотком, разбил витрину, достал драгоценности и ушел. Это все подробности. А что сподвигло? Пьянство. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Разбой».